Порядок. Вертолет готов. Спасибо. Пора устроить собрание. Макс, что ты натворил? И что теперь делать? Что такое? О, черт. Он идет. На что это вы все пялитесь? Боже мой! Почему не усмотрели? Ну, Фергюс, мы все заняты, некому быть сиделкой. Заперли бы со свиньей. В чем проблема? Фергюс! Моя любимая футболка. Твою мать, Макс! Фергюс, это просто футболка. Не просто футболка. Я получил ее в Кинлосе. И другой такой нет. Так, народ, хорош страдать всякой фигней. Пора уже навести шорох. Эй, англичанин, у вас есть ракеты, ты в курсе? О, так вот почему нам хватило всего одной, чтобы разнести всю крепость черепа. Как же ты доперла, гений-то наш. А, то есть ты знал, но применил всего одну? Объясни мне этот промах, недоумок. Ты впрямь тупой. Да потому что нельзя, твою мать, просто так бросаться бомбами в людей, безмозглая ты психичка. Поешь говна, дебил, я не предлагаю закидывать бомбами города, тощий ты хер. Я что, на нацистку похожа? Не-не-не-не-не. Я бы сказал, ты больше похожа на промокшие от поноса трусы, рыгающие гнусные блевотой, словно вонючий вулкан, извергающийся говном. Зато моя рожа не напоминает огромный выпеченный анус. Я сейчас сблюю, глядя на твою осоловелую морду. Ясно тебе? Почему мы не применяли остальные бомбы? Ясно всем, кто не является законченным идиотом. Нам нужна достойная цель. Ну так вот, я и даю тебе эту цель. Охеренно достойную. Так что сажай свой клоунский зад, тупорылый шотландский мудила. Вопросов нет. Зацени, я отправила чудилу в его родной город Розуэлл, Нью-Мексик. Для подготовки, короче, в убежище чудилы есть туннель. Он выведет тебя прямо к сверхсекретной подземной базе нацистов, где они проводят опыты с какими-то технологиями пришельцев. Розуэлл, Нью-Мексик, говоришь? Это одна из наших. Что это значит? Одна из ваших? Ага. Все тебе расскажи, чтобы ты отправила весточку своим друзьям в Берлин? Нет! Какого хера она тут делает? Грейс, ты что, она хорошая? Чертова нацистка! На вашей лодке! Что ты там говорил? Секретную базу, про которую ты говорила, построили наши. Дат Ихут. Это одно из самых крупных хранилищ. Оно находится под землей, там, где сейчас Розуэлл, Нью-Мексико. Оно там уже 1000 лет, с тех пор, когда европейцы еще даже не покорили Америку. Там хранили антигравитационную технологию, которая бы в два счета переломила ход войны. Мы открыли ее для властей Соединенных Штатов Америки, но, увы, было поздно. Америка проиграла, и убежище попало в лапы нацистов. Вот такие дела. Ой-вей. Черт. Чудило сильно расстроится. Он думал, что ее пришельцы построили. Он видел корабль, упавший в 47-м. Так что тебе там нужно? Слыхал про оберкоманда? Да, детка. Там сидят главные фашистские говножопы. Да, нацисты перевезли его в твое убежище, Сет. Что бы там ни было внутри, это нечто важное, что вся нацистская верхушка уехала. Из Берлина в Нью-Мексико. Тогда тебе нужно вот это. Что это такое? Это переносная ядерная бомба. Мы уничтожим оберкоманда. Обезглавим нацистскую верхушку. И дестабилизируем страну. Люди поймут, что борьба продолжается. Ласковец, готовься. Ты отправляешься в Розуэлл с этим. Вертолет не долетит до Розуэлла. Высадишься на побережье у Галвестона. Оттуда ты на попутке попадешь в Розуэлл. Найдешь суперчудилу в настоящем американском кафе Папы Джо. И заложишь бомбу в сердце оберкоманда. Потом
Взорвешь его нахер. Так, Власковец, ищи настоящее американское кафе «Папы Джо». Там ты встретишься с суперчудилой. Смотри, не прокались. Гражданин, отойдите! Отойди! Мой Бог, это жуткий пи... Так, Власковец, ищи настоящее американское кафе «Папы Джо». Там ты встретишься с суперчудилой. Смотри, не прокались. Вечером на концерт? О, Джейп пойдет. Он обожает Дикейка. Правда, Джеб? Их музыка меня радует. Что в этом плохого? Да вы? Ничего плохого, Джеб. Нравитесь вы мне, американцы. Молодцы. Вы теперь в Рейне, подданные великого фюрера. И в ваших интересах, чтобы для вас не было ничего роднее, чем Рейх и его славные граждане. Разумеется, сэр. Угу, конечно. Хотите бесплатный совет? Вы наблюдаете рассвет новой Америки. В этом новом мире вам предстоит сделать выбор. Потому что придет час, когда... Как вы там говорите, придется отделять зерна от плевел? Вы учите немецкий язык? Да, сэр. Угу. Хорошо. Ты скажи мне, как будет по-немецки спасибо? Конечно, сэр. Сейчас. Да? Данк, данк. Да? Ну, говори. Данк, данки. Майн Гот. Правильно сказал? Нет, это ужасно. Ты уродуешь мой прекрасный язык. Надо говорить Данки Шон, Фердан. Повтори. Данки Шун. Неверно. Данки Шон. Данки Шон? Я наслушался. С меня хватит. Мне так стыдно, сэр. Я еще учусь. Надо лучше учиться. Буду, сэр. Премного виноват. Самые свежие новости, мистер! Всего одна рейхсмарка! Эй, мистер, я вас, кажется, знаю. Вы случайно не знаменитость? Посмотрите на себя. Празднуйте собственную погибель. Послушайте эти чудные звуки марша. Я так рада, что немцы принесли культуру в нашу страну. Комендантный Нейднер. Я правильно произнесла? Поправьте, если я ошибаюсь. О да, фройляйн Эдлер. Еще немного стараний, и в день перехода вы сдадите экзамен на отлично. Мне было противно слушать примитивную музыку джунглей, которую они раньше играли. Джаз и рок-н-ролл. Очень
фаршрек лишь, так ведь? Да, хорошо, фройлен Эдлер. Знаете, я вижу в вас огромный потенциал. Ваше мировоззрение безупречно. Ой, капитан, вы мне льстите. Эту лесть сполна заслужили, фройлен. Бросьте. Но мне вот интересно, капитан. Говорите. Почему вы терпите мерзкую группу Дикейфер? Это же англичане, выдающие себя за немцев. Я даже перестала слушать Моцарта, потому что он не немец, а грязный австриец. Вот Бетховен, да, это другое. Фройлен Эдлер, позвольте напомнить, наш фюрер тоже родился в Австрии. Как и моя бабушка. О, простите, я не хотела. Вы оскорбили фюрера. Это возмутительно. Но я правда не хотела. Молчите, фройлен. Я сообщу о вас в вышестоящий орган. Нет, прошу вас. Теперь вы будете под пристальным наблюдением. Еще одно такое нарушение кончится очень плохо. Вам понятно? Да, сэр. Я... Молчать! Еще бы. Как тут не расстроиться, когда живешь в одном доме с вором? И как ты его Ты. Да, ты. Хочешь узнать секрет? А я тебе не скажу. Потому что ты сраный нацист и предатель. Ага. Но тебе можно доверять. Эти нацистские твари сдохнут. Бабах! Чёртовы ублюдки. Чего уставился? Сраные нацистские лизоблюды. Мы выгоним их из этого города. Нет, нет, с планеты. Пусть они все вместе сгорят где-нибудь далеко-далеко. В какой-нибудь адской дыре. Тебя обязательно позовем, тетушка. Это замечательно, милая. Передавай от меня привет папе, когда вернешься на ферму. А, и скажи ему, что на этой неделе выставлю на аукцион очень трудолюбивых рабов. И будут коктейли. Я скажу ему, тетушка. Счастливо тебе. Пока-пока, милая. Здравствуйте. Чего исходите? Салат с собой, без сыра, без лука и без заправки. А он у вас с макаронами? Да, но если хотите, можем сделать без них. Да, было бы здорово. Вот, еще кусочек пирога. Конечно, присядьте, пока вы стоите, а я пойду приготовлю заказ. Американское кафе «Папа Джо». То, что надо. Все нормально. Просто гуляю с ядерной бомбой.
Ловлю! Ёберный театр! Пусть летит, милый! Ух ты, Кэпс! Ты тоже любишь парады? И, глядя на них, я чувствую себя в безопасности. Это защищает самая могучая армия в мире. Единственная армия в мире, Бэтти. Может, ты уже знаешь, наш Мэтт пойдет служить в Вермахт. Was hast du heute gelernt, Peter? Не знаю. Иду, всякое. Иду. Учи немецкий, сынок. Он тебе пригодится. Что значит всякое? О, здрасте, сэр, присядьте. Сейчас я к вам подойду. Мэм, что вам? Мы закрываемся. Да, мы возьмем с собой и уйдем. Так, дайте мне... Бласковец, Чудило в курсе, что ты хочешь напасть на Оберкоманда, но знать не знает, что ты идешь туда с ядерной бомбой. Ты должен ему сообщить. Алло? Пойдем, Питер, поедим в другом месте. Мам, никаких но... О, Питершон. Спасибо. Хорошего дня, мам. Ты сделай клубничный коктейль, пожалуйста. О, я надеюсь, у тебя нигде ничего не горит. Если так, я лучше потом зайду. Пожар, если что, подождет, комендант. Клубничный коктейль сейчас будет. Пожарный, у тебя знакомое лицо. Очень арийское, кстати. Ты из первой станции? Вот, комендант. О, vielen Dank. Так, ты, покажи-ка свои документики. Обожаю клубничный коктейль. Как по мне, лучшее, что есть в Америке. Он так прост: молоко и мороженое. А вот остальные пункты меню надо бы поменять. Сделать их более немецкими. Да? Скажи мне, ты местный Джон Смит? А? Здесь написано, что ты с 6-й станции. Где находится 6-я станция? Я не слышал про такую станцию. Отвечай. Kommandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Trink gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Еще какой-нибудь из нации не пришел. Я-то тебе доверяю, Бласковец. Но вдруг на самом деле ты носишь маску Уильяма Джея Бласковица, а под ней рожа гнусного рептилоида. Ну? Говори пароль от Грейс. Никакого пароля нет. Вот. Снимай маску и покажи морду свою, рептилоид. Суперчудило, опусти пушку, а то сломаю руку и вырублю тебя. Да я узнал тебя, жуткий Билли. Придуриваюсь, чувак, пошли. Пойдем. Так. Сюда. Итак, это как бы центр управления. Жаль, не успел я тут прибраться как следует. Ты уж меня прости за это. Вот. О! Вот это крутая вещица. Никакой сигнал не пропустит. Защита от любых приборов для чтения мыслей. Как там Грейс? В норме. А Эйби как? Все с ней чудесно. Обожаю ее.
Даже когда она на меня писает, прикинь. Может, тогда еще больше. Вот, блин, засранка. Так чем ты тут занимался, суперчудило? Здесь-то? Мы с папой здесь собирали и хранили доказательства правительственного заговора. Печеньку? Нет. Очень вкусную. Это было больше 10 лет назад. Летом 47-го. В тот год я сначала завязал с адвокатурой, а потом вступил в Черный революционный фронт после того, как снял с Грейс сложное обвинение в убийстве, сфабрикованное ФБРовскими погаными свиньями. В общем, как-то вечером папа услыхал сообщение на полицейской волне. Мы поехали на север к ранчо Мёрфи и увидели, что там разбилась штука, похожая на летающую тарелку. Тут, конечно, сразу прискакали гребаные вояки и быстренько оцепили округу. Не пройдешь. Впаривали какую-то лажу про метеозонд. Разумеется, они врали с три короба, потому что мы сумели добыть настоящий вещдок. Вот, посмотри-ка. А? Намыл эту красотку на месте падения. Разве это похоже на деталь от метеозонда? Здесь мы начали вести архив и плотно наблюдать за действием военных. Дай сюда. Тут все папа строил. То есть ты видел инопланетный корабль? Ну, я не утверждаю, что это была летающая тарелка. Но что-то явно неземного происхождения. Понимаешь меня? Это звенья одной цепи, чувак. Проследи причинно-следственную связь и окажешься на секретной подземной базе в 10 километрах от Розуэлла, рядом с парком Bottomless Lakes, зона 52. Наши власти захватили летающую тарелку пришельцев и теперь держат найденные технологии и тела в подземном хранилище. В этом замешаны все. Свиньи из ФБР, военные свиньи, даже сраный хряк-президент. Ты понял, да? Глянь-ка на эту хрень. Зона 52, 51, вот тут зона 48, зона 56. По всему юго-западу абсолютно. Невада, Нью-Мексико. Это один гигантский комплекс, связанный подземной железной дорогой. Посмотри на фотографии. Плазменные пушки, контроль над разумом, долбанные антигравы. И когда наши ссыкливые власти отдали все это сраным нацистским свиньям, новые хозяева заняли эти базы и стали проводить другие эксперименты, притворяя в жизнь свои фашистские планы. Погляди-ка! Вот это все военный комплекс «Зона 52», да? А вот здесь нацистские командиры разместили свое сраное оберкоманда. А здесь под ним огромное хранилище, набитое странной техникой. Инопланетное дерьмо. Оно там, внизу, точно. Я сам не видал, но я клянусь тебе, оно там! Не знаю, чье это, но точно не мастер. Ладно. Никто точно не знает, с чем мы имеем дело. Но, скорее всего, это разработки пришельцев. Это не пришельцы, я спросил Сета. А тебе-то почем знать? Ты у нас что, эксперт по внеземным формам жизни, что ли? Слушай, я много лет проработал адвокатом, и теперь заговор за версту чую, умник ты сраный! Ну ладно, я не утверждаю, что это пришельцы, ясно? Но тут любому дебилу понятно, что это гребаные пришельцы! Так. У меня тут ядерная бомба в огнетушителе. Ладно. Понял. Я не хотел тебя задеть. Грейс сказала, ты знаешь способ проникнуть в оберкоманду. Отведи меня туда, и с помощью бомбы я распылю всех нацистских генералов на молекулы. Да! Да, конечно! Это просто чудесно. Я помогу тебе. Папа прокопал тоннель до подземной железной дороги, соединяющей секретные военные базы. Он ведет прямо к грузовой станции зоны 52. Ясно. Ну вот. Так. Положи-ка ты эту бомбу. Что ж ты за говно такое? Вот, в рюкзак. Руки тебе нужны для стрельбы. Ладно. Там полно нацистов. И не только. И вот, будем общаться по радио. Если что, я помогу. Эй, смотри в оба, Бласковец.
Иди по этому туннелю и попадешь на грузовую станцию. Самый быстрый способ попасть в зону 52 – сесть на один из их грузовых поездов. Кэролайн, ты слышишь? Думаешь, все видят мое угасание? Без твоих крыльев я бы упал. У них поезда на реактивной тяге. Активный двигатель на пути. Лезь и запускай его, старина.
Состав тронулся. Пойду вперед и захвачу управление.